В 1987 году у меня была язва желудка. Сначала были небольшие проблемы с желудком. Но когда у меня появилась язва желудка, я больше не мог питаться. Я много раз прожевывал еду, чтобы она стала прямо мягкой-мягкой, но все равно у меня была диарея. Мне казалось, что желудок противится мне. Мне казалось, они говорят мне, ты же хозяин, почему ты же мучаешь нас? А я отвечаю, что я делаю плохого, я же ем, потому что мне вкусно. А желудок говорит мне, может тебе вкусно, мне же тяжело его переварить. Я до сих пор тебе служил усердно, но больше не могу служить тебе. Делай, что хочешь, но я больше не буду переваривать тебе еду. Мне казалось, желудок противится мне. Я сказал, желудок, прости меня. Ой, кишечник, прости меня. И поэтому я столько раз прожевывал, что оно становилось жидкостью во рту. Я думал, что желудок поймет меня. Но желудок сказал, все, я больше не буду работать. Отстань от меня. Нужно, чтобы было переваривание пищи, и чтобы оно впиталось в организм. Однако, все еда выходила в туалете. Поэтому я очень сильно страдал. Я не очень дружу с больницами. Но однажды я поехал в больницу при университете Ханьян. Профессор Челен, он был заведующим отдела терапевтическим. Он был очень хорошим терапевтом. Он сказал мне, пастор, стенки вашего желудка стали похожи на мокрую бумагу. Если чуть-чуть, и они могут разорваться. Мне кажется, врачи всегда говорят таким образом. Он сказал, если стенки вашего желудка лопнут, вы можете умереть. Будьте осторожны. Принимайте лекарства. Будьте осторожны при приеме пищи. Вы простите меня, но я часто пренебрегал слова врачей. Я считал, ну я же здоров. Три месяца я страдал из язвы желудка. На тот момент я весил 77 килограммов. За три месяца я похудел на 7 килограммов. Можно сказать, я похудел на одну десятую часть брюки стали большими, и рубашка стала большой. Мне было очень тяжело. А продолжаются. Я приглашен как спикер, но если я скажу, что у меня болит живот, тогда все будут переживать, поэтому я не стал говорить об этом. Следовательно, начали угощать меня самым хорошим, но все это было для меня несъедобным. Моему желудку было все хуже и хуже. Июнь 87 -го года. Однажды утром я сел и начал размышлять. Когда наступит июль, будет очень много мероприятий, и конференция, и молодежные мероприятия. Сейчас у меня нет силы. Даже от воды у меня диарея. Ой, желудок, ну этим ты должен справляться. Если бы я мог бы общаться с желудком, я бы сказал ему. Но простите, но желудок поступал, как ему хотелось. Я должен был жить ради желудка. Моя супруга всегда давала что-то мягкое, чтобы мне было легче переваривать. Я желудка оказалась, это очень плохая болезнь. Но я размышлял. Господи, с таким здоровьем я не смогу провести мероприятие летом. Даже если я буду стараться, я могу погибнуть, но я не смогу все это сделать. Я помолился, Господь, пожалуйста, ты жарься надо мной и исцели мой желудок. Я сказал, молились во имя Иисуса Христа. Аминь. В этот момент я услышал некоторые слова. А точнее, я вспомнил одно слово из Библии. Это Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. говорю вам, все, что попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Я помнил это слово наизусть. Но в тот день я вспомнил это слово, и оказывается, по слову, все просто. Проще, чем играть в мяч. Проще, чем перейти дорогу. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Ой, Господи, у меня болит желудок, пожалуйста, исцели. А потом нужно верить, что Бог услышал мою молитву. Что здесь важно. Иисус не говорит, когда ты исцелишься, веруй, что получил. А еще когда ты нездоров, хотя живот болит, но ты помолись, попроси. И потом, хотя ты не получил, верю, что ты получил. Очень просто ведь. Ничего сложного нет. Значит, мне нужно верить, что я получил, значит, оно дано будет мне. Это слово Бога. Для чего Богу обманывать меня? Просить у Бога, чтобы Бог исцелил мой желудок, очень просто ведь. «Господи, у меня болит живот, исцели меня». Так я помолился. Потом, что нужно сделать, скажите? Не нужно подниматься на горы, не нужно работать на поле. Надо верить, Бог услышал мою молитву, я здоров. Очень просто. А, оказывается, все так просто. Потом я снова помолился. Бог, я начинаю заново. Все, Бог, я начинаю заново. Бог, у меня болит живот. Прошу, чтобы ты исцелил меня. Так я помолился. Все, я здоров. Да, я здоров. Мой желудок полностью здоров. Если я так верю, все будет по вере моей. Это не слова пастора Пакпангон. И это не слова пастора Ким это не слова пастора Лиминчоля. Это слово Бога. Неужели Бог будет обманывать мне? Если Бог говорит, значит, я выздоровлю, я поверил. Потом я размышлял. Утром я должен пойти на завтрак. Я размышлял. Если я здоров, три месяца я не мог есть кимчи. Я часто говорю иностранцам. Корейцы любят кимчи. Чтобы иностранцы узнали истинный вкус корейцев, нужно узнать, что такое кимчи. Есть 360 видов кимчи. Хотя я не все посчитал, но каждый готовит по-своему. А у кимчи очень острый и резкий вкус. Поскольку кимчи имеет сильный вкус, он подходит любой блюде. И с холодным рисом. И с лапшой. И со стейком. И с пибимпапом. Чем бы вы ни ели, кимчи будет подходить к любой блюде. Я говорю. Корейцы очень любят кимчи. Есть много людей, которые живут без жен. Но нет людей, которые бы жили бы без кимчи. Настолько корейцы любят кимчи. Но это не значит, что я так живу. У меня есть и супруга, и кимчи. А я сказал, потому что мне показалось, что супруга посмотрела на меня. За что я благодарен? Я люблю кимчи. Три месяца я не мог есть кимчи. Как вы думаете, почему я не мог есть? Потому что не нравится? Потому что не было? Потому что я плохо приготовил? Потому что было невкусно? Нет, конечно. Поскольку оно имеет сильный вкус, а оно плохо влияет на мой желудок. Поэтому три месяца я не ел кимчи совсем. Но если я здоров, я должен есть кимчи. Я представил, что ем кимчи. У меня была диарея даже от воды. Если в такой желудок попадет кимчи, сможет ли выдержать желудок мой? А вдруг лопнет мой желудок, что будет со мной? Многие переживания приходили ко мне. Откуда приходят эти переживания, скажите? Откуда они пришли? Эти переживания вышли из неверия в Слово Бога. Бог сказал, веруйте, что получите. И тогда будет вам. Бог говорит, что если мы поверим, что мы получим, Тогда должно произойти. Иначе Бог будет обманщиком. Но Бог, в которого я верю, он не обманщик. Если я буду веровать и поступать, у меня появилась вера, что я точно исцелюсь. Может, это и есть вера. Я понял в моем сердце, что это так просто. Бог ничего особенного от меня не требует. Бог не сказал, есть с кем только есть редьки или есть как пустой. Нет такого. Он говорит, веруй, что получишь, тогда дам тебе. Он сейчас говорит о моей душе, о моем сердце. Если я не верю Слову Господа Богу, как я могу называть, что я пастор? Я подумал, что если я съем кимчи, мне станет плохо, если у меня начнет болеть живот. Честно говоря, мне не хотелось умирать. Врач сказал, что я умру. Он сказал, что если мой желудок лопнет, я погибну. Конечно, появляется переживание. Какая проблема есть? Если мой желудок не выдержит, когда мне станет хуже, тогда будут серьезные проблемы. Но не говорится, что мой желудок лопнет. Бог говорит, если веруешь, ты все получишь. Я понял, я неправильно знал слово Бога. Если я поверю, так произойдет. Если я не верю в это, я не могу сказать, что я верю в Иисуса. Тогда я снова помолился перед Богом. Ладно, Господи, начинаем все заново. И несколько раз я молился перед Богом. Бог у меня болит живот. Исцели меня. Я верю, что я здоров. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, я здоров. Я пошел на завтрак. В тот день у нас были гости. Поэтому моя супруга накрыла хороший стол. Суп и кимчи и разные закуски. А с краю... Приготовила кашу рисовую. Потом морскую капусту квадратную. Пять листочков. Потом мясо в соевом соусе. Мне было так обидно. Все едят такое вкусное, жареное. А мне дают всего лишь кашку. Ну, конечно, она давала кашу, потому что я другой ничего не мог есть. Я оттолкнул от себя эту кашу и взял себе порцию риса и начал есть. Знаете, я очень быстро ем. Самое сложное для меня это есть вместе с высокопоставленными людьми. Несколько раз я ел вместе с президентом. Знаете, я сам не замечаю, как я съедаю всю свою еду, а президент не успевает даже съесть половиной. И тогда я понимаю, я снова ел быстро. И тогда начинаю есть только закуску, чтобы есть в одно время. В тот день я съел порцию риса с кимчи. Моя супруга, увидев меня, испугалась. Она сказала мне, «Дорогой, что ты делаешь? Что ты делаешь?» Мне казалось, она спрашивает, «Ты в себе?» Конечно, может, не такими словами, но она спросила, «Что ты делаешь?» Я сказал ей, «Не переживай, мой желудок здоров». Моя супруга ничего не сказала, она ушла. Я до сих пор помню тот день. Я ясно смотрел в глаза моей супруги. Но в конце концов я сказал, я здоров. Знаете, гости ели. Я съел весь свой рис. Гости не успели съесть даже половину риса. Но в тот момент началась проблема. У меня начал болеть живот. Ой, мой желудок нужно было сходить в туалет. Простите, пожалуйста. Я отлучился. Кстати, простите меня, конечно, но у меня началась диарея. Я говорил, ой, мой живот. Я так страдал. Но... Я же поверил в слово Библии. Ведь Библия говорится, что если я поверю, будет по вере моей. Значит, я должен быть здоровым. Я сказал, все, я здоров. Тогда голос начал появляться изнутри. У тебя же болит живот, как ты здоров? Как ты можешь сказать, что ты здоров? Я не мог ответить на этот голос. По Библии я молился, чтобы Бог исцелил мой желудок и поверил, что я здоров. Если я исцелился, значит не должно болеть ведь. Но живот продолжает болеть. В тот день я вспомнил. Я вспомнил слово Иисуса. Иисус пришел в дом Иаира, начальника синагоги. Дочь Иаира умерла. Все были расстроены, плакали. Но что сказал Иисус? Не плачьте. Она не умерла, а спит. Ведь есть разница между мертвой и спящей. Спящий человек, хотя у него закрыты глаза, но он дышит. У него есть пульс, и тело теплое. А мертвый человек не дышит. У него нет пульса, и тело становится холоднее. Точно есть разница. Люди плакали, говоря о том, что дочь Иейра умерла. Но Иисус сказал, не плачьте. Она не умерла, она спит. Только тогда я понял. Дочь Иаира, она сто процентов умерла. В наших глазах она умерла, но в глазах Иисуса она живая. Хотя ее тело стало холодным. Тело начало твердеть. Она перестала дышать. Нет пульса. В наших глазах она умерла, но в глазах Иисуса она живая, она спит. Наши глаза и глаза Иисуса отличаются. В наших глазах дочь Яира умерла, но Иисус говорит, что она спит. Вот оно как. В моих глазах мой живот болит, но в глазах Иисуса я здоров. Поэтому ничего не может стать проблемой. Хотя было больно, но я терпел. Я здоров. Я здоров. И во время обеда я снова ел порцию риса, кимчи и суп из соевой пасты. Но интересно снова живот начал болеть. Я пошел в ворну, и у меня была диарея. Однако в моем сердце, поскольку слово Библии говорит о том, что если я поверю, тогда я получу, значит я здоров. Слово Господа Бога, оно живое, и оно имеет силу двигаться. Слово написано в книге. Но поскольку это слово было написано людьми, которые получили слово от Бога, поэтому оно является Словом Бога когда слово Господа Бога входит в наше сердце. До того, как Слово вошло в наше сердце, то сердце, которое было до Слова, как Адам и Ева сели от дерева и зло, когда приняли голос от дьявола. Даже дьявол захватывает наши сердца и создает новый мир. Создает жизнь, в котором нет Господа Бога. Поэтому многие люди ведут жизнь, независимо от Господа Бога. И те люди, которые ушли от Господа Бога, их сердце начинают страдать, мучаться, встречая разные тяжести. И потом мы возвращаемся к Богу. Что это значит? Это не следовать за мыслями, которые дал дьявол. Потому что эти мысли ведут противоположную сторону от Господа Бога. Поэтому мы оставляем наши мысли, мы принимаем Слово Бога. Но поскольку мы до сих пор жили, не ценя Слово Господа Бога. Поэтому нам не привычно следовать за Словом Господа Бога. Мы привыкли своим способом, методом, Поэтому по возможности стараемся жить по-своему. Но когда у нас появляются какие-то трудности, тогда, когда у нас не получается нашим способом решить, когда мы нуждаемся в руке Господа Бога, когда мы хотим получить благодать Иисуса, мы оставляем наши мысли, наши способы и следуем за способом Бога. Когда мы верою принимаем слово Бога, Слово Господа Бога оно живое и имеет силу двигаться. Powerful. У вас были ваши мысли, а также есть слово Бога. С тех пор мы следовали за нашими мыслями и за нашими желаниями и жили такую жизнью. Очень легко жили, следуя за мыслями, которые дает нам сатана. Сначала такая жизнь кажется красивой, хорошей, но она ведет в противоположную сторону Бога. Что значит я верю в Бога? Это значит уйти из способа мысли и перейти в сторону Господа Бога. Поскольку до сих пор я следовал за своими мыслями, а мои способы отличались от способа Бога. Поэтому то, что мои мысли отличаются от слова Господа Бога, это правда. Но поскольку моя жизнь была скверной, грязной и находилась во тьме, Поэтому, когда мы входим в Господа Бога, Бог начинает действовать. Вот о чем говорится здесь. Допустим, кто-то говорит мне, если я поверю в Его словам, значит, мое сердце принимает Его слова. Когда же я не доверяю, значит, я не принимаю Его слова в мое сердце. Верить — это значит принимать свое сердце. Не верить — это значит отказываться. Когда мы принимаем и поверим, тогда уже не мое сердце ведет меня, а это слово начинает вести меня. Если вы будете получать руководство от Иисуса Христа, тогда вас будут проявляться такие же силы и деяния, которые были в Иисусе. Сегодня многие люди ходят в церковь, но не верят в Слово Бога. Принимают только то, что то, с чем они могут согласиться, а то, с чем они не соглашаются, они не принимают. Евангелие от Иоанна 5 главе. Есть человек, который болел 38 лет. Не знаю, вы хорошо знаете эту историю или нет. Но был человек, который болел 38 лет. Дорогие слушатели, я задам вам вопрос. Скажите, у него был отец или не был отца? Сейчас, конечно, нет, может, отца. Но раньше был отец, правильно? У него ведь была мать. Too, right? Потому что если бы не было бы отца или матери, как он мог уже родиться? У него был отец, была мать. Но в этот момент so, нету. Нету. Неизвестно, как он стал находиться один. Но этот человек уже болел 38 лет. По-моему, он уже с детства болел. Отец старался исцелить своего сына, поэтому ходил вместе в больницу но он не смог помочь сыну. Прошло время, отец умер, мать умерла, остались младшие братья и сестры. Он размышлял. Как поступают младшие братья и сестры? О, я должен заботиться о моем старшем брате. Конечно, у всех есть такое сердце. Но когда положение сложное, такая душа начинает умирать. Я, конечно, не знаю, это правда или нет, но я представил себе. Почему же братья или сестры ушли от него? Я размышлял. Младший брат однажды говорит, «Брат, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что нельзя говорить подобное, но с давних времен я размышляю так. Конечно, я не хотел говорить тебе об этом, но сегодня я должен сказать тебе. Почему?» Из-за тебя вся наша семья стала несчастной. Наш отец ходил с тобой в больницу, но он ведь не смог тебе помочь. Потом отец умер. И также мама заботилась о тебе, но она умерла. Я подумал. Если я буду жить с тобой, брат, я буду несчастным, как наша мама или наш отец. Я решил. Я хотел, чтобы ты умер раньше, чем отец. Если бы ты умер раньше, чем наша мать, тогда я бы не мучился бы так сильно. Но почему все умерли, но только ты один остался живых, скажи. Брат, прости меня. Brother, Знаю, что так нельзя думать, но я like устал. Я подумал, если я буду с I тобой дальше, you, я стану несчастным. Из-за тебя наш отец, наша мать страдала и умерли. Ведь я не отец, не мать. Я не хочу гибнуть, как они из-за тебя. Знаешь, о чем я подумал? Брат, я хочу, чтобы ты умер. Почему не ты, а мы должны умирать? Брат, прости, пожалуйста. Я давно об этом помышлял, но говорю только сейчас. Если я буду находиться рядом с тобой, я тоже умру, как наш отец или мать. Брат, Поэтому я решил сегодня уйти от тебя. Я не буду оставаться. Хотя бы я один хочу быть счастливым. Может быть, это я говорю, потому что не отец тебе, но я не хочу быть несчастным из-за тебя. Я хочу помочь тебе, но я не хочу получать твое несчастье. Поэтому я решил уйти от тебя. Брат, ты можешь ругаться, но я хочу жить счастливой жизнью. Я хочу встретить красивую девушку, хочу жениться и родить детей. Брат, я хочу жить счастливой жизнью. Почему же ты испортил всю нашу семью? Брат, прости, пожалуйста, но я ухожу. Я купил риса и поставил там. Приготовил закуску. Одно время ты сможешь выжить. Это все, что у меня есть. Вот эти деньги возьми. Старший брат сказал. Ой, братья, как ты мог об этом подумать? Это очень хорошая идея чем все мы погибнем. Хотя бы ты один, будь счастлив. Я искренне желаю, ты должен быть счастливым. Ты должен быть счастливым, должен быть счастливым. Должен быть счастливым вместе со всех нас. Все, уходи. Не оглядывайся назад, иди прямо. Я не хочу, чтобы ты страдал из-за меня Не оглядывайся Забудь меня, живи счастливой жизнью, братья! Так они расстались Наши братни, оглядываясь назад, он ушел Он не знал, что он делает Прошло время у него закончилась еда. Не стало воды. Старший брат ползком, ползком вышел к дороге, потому что дома он может умереть от голода. Он протянул руку, кто-то дает кусочек хлеба. На этом он жил день за днем. Вдруг однажды услышал, что если пойти купальни вифисда, если пойти купальни, то ангел возмущает воду. Если первым войти в воду, можно стелиться от любой болезни. Это была его единственная надежда. С того дня каждый раз, когда он встречал молодых людей. Он просил, молодой человек, подождите, пожалуйста. У меня есть к вам просьба. Может, у вас есть коляска где-то? Может, на коляске? Или может просто потащить меня за собой? У меня есть одна мечта. Купальня Вифезда купальни Вифезда, пожалуйста, отведите меня. Я знаю, что вам непросто, но я хочу оказаться у купальни Вифезда, потому что я могу погибнуть. Но говорят, там можно исцелиться от болезни. Прошу вас. Кто-то жалился. И решили, давайте поможем ему. «Так, где же коляска?» И, поставив коляску, подняли этого человека, положили на коляску, и пришли к упанию «Куда вас положить?» Больной увидел, что вокруг упания много людей. Он думал, если я пойду в купание в Везда, я смогу войти в воду, когда все будут спать. Но уже многие люди окружили купание, поэтому я не смогу войти первым. Но поскольку нужно как-то питаться, поэтому он лежал там, где проходило большое число людей, и он просил милостыни. И так он проводил день за днем. У него не было никакой надежды. Были дни, когда он ничем не мог питаться. Он не мог ходить самостоятельно в туалет. Поэтому испражнялся на месте. Из него исходил ужасный запах. Он был грязным, скверным. Что удивительно, Иисус Христос пришел к нему. И Господь сказал, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал. Да, Господи, но не имею человека, который опустил меня в купальню. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус смотрел на этого больного сказал ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». Этот больной усомнился в том, что услышал. Может, мне ослышалось? Он говорит, чтобы я встал, взял постель и ходил? Такого быть не может. Я не понимаю, о чем он сейчас мне говорит. Слова Иисуса: "Встань, возьми постель твою и ходи". Через ухо вошли его в сердце и укрепились в сердце. Его душе была еще одна мысль. Но сердце, которое было у него изначально, говорило: "Я болею 38 лет, я не могу ходить. Я старался ходить. Много раз я пытался ходить, но не получилось. У меня не получится." Слово Иисуса начало подходить к этому больному. Но совсем противоположная мысль начала бороться со Словом. Иисус говорит, стань, возьми по себе твою ходи. Больной думает, но я не могу ходить. Я пытался ходить. Вы не представляете, как я хотел ходить. Когда я пытался, я всегда падал. У меня не получится. Я не смогу. Я не могу. Если бы я мог я ходить, бы ходить, я бы уже давно бы ходил. И я ведь так много пытался ходить. Так I старался, tried чтобы tried. ходить. But но у меня не I получилось. Я не могу ходить. Я пытался to, уже, to, но не получилось. И сейчас говорю, чтобы я ходил, быть такого не может. В нашем сердце Наши мысли и Слово Иисуса всегда борются. Если вы будете утверждать ваши мысли, Слово Иисуса не смогут действовать у вас. И наоборот, независимо в каком положении вы находитесь. Это Слово Бога. Это Слово Иисуса. Это Слово Истина. Я должен верить в это Слово. Хотя я не могу ходить. Хотя я не могу ничего сделать. Но если Он говорит, чтобы я встал и ходил, значит, я смогу сходить. Он Господь, я должен верить Его словам. Когда такое сердце формируется, нужно побить мысли, которые говорят, что я не могу ходить, и прогнать их от себя. Я не специально. Впервые этот больной. Многие мысли, которые появились у него, многих мыслей, которые были у него. Каждый раз, когда я пытался следовать за своими мыслями, у меня ничего не получилось. Теперь я попрощаюсь со своими мыслями, все уходя от меня. Эти мысли сделали меня таким. Теперь я буду верить в Слово Иисуса. Я буду верить в Слово Иисуса. И Иисус. Да. Ты сказал, чтобы я взял постель и ходил. Никто мне не говорил эти слова. Но до сих пор я жил следуя за своими мыслями. Я не знал, насколько это глупо поступать. Я следовал за своими мыслями. Но Господь, теперь я буду послать по Твоему Слову. Хотя я не могу ходить, хотя я не могу встать, хотя никогда не пытался даже ходить. Но теперь буду верить Твоему Слову. Буду следовать за Твоим Словом, и я встану. Сердце этого больного до сих пор он следовал за своими мыслями. Но когда он услышал слово Иисуса, впервые, впервые в своей жизни, он вытолкал свои мысли и принял слово Иисуса. У него появилась вера, что он сможет встать и ходить. Иисус! Я буду верить Твоему Слову. До сих пор я не встречался с таким, как Ты. Я следовал только за своими мыслями. Но сейчас, когда я встретился с тобой, твое слово, оно живое. Ты говоришь, чтобы я встал. Ты говоришь, что я смогу встать и ходить. Тогда, Господи, я встану и буду ходить. То, что он никогда не испытывал. Он до того в момента следовал только за своими мыслями, но впервые оставив свои мысли, он начал следовать за Словом Иисуса внутри него. Он прогнал все мысли, которые говорят, что он не может ходить. Я пытался, но я всегда падал. У меня не получалось. Он оставил все эти отрицательные мысли и поверил Слову Иисуса. Иисус говорит, чтобы я ходил. Он сын Бога. Если он говорит, что я смогу ходить, значит я смогу ходить. Он пришел ради меня. Он говорит ради меня. Его слово истина. Он истинный Бог. В сердце этого больного произошло изменение. До того момента он имел многие мысли, печальные события в его жизни, все страдания, все моменты, когда он голодал, все мучительные мысли, все они ушли вдаль от него. Только слово Иисуса осталось в его сердце. Иисус жил в его сердце. «Встань, возьми постель твою и ходи!» «Встань и ходи!» «Встань, возьми постель твою и ходи!» Никто не мог противиться этому слову. Он прогнал все мысли, которые мешали ему. И только слово Иисуса осталось в его сердце. Наши мысли, наши соблазны вели нас. Но теперь Слово Господа Бога, Иисуса Христа, ведет меня. И мое сердце стало единым сердцем Бога. Через слово этот человек, который болел 38 лет, стал с одним сердцем с Иисусом. Он поверил в Слову Иисуса. Сердце Иисуса и сердце больного стало единым. Сердце Иисуса начало течь в сердце этого больного. Раньше он находился в отчаянии и страдании, но слово Иисуса вошло в Его в сердце. Слово говорит, встань, возьми постель Whoa. твои и ходи. Да, Иисус, я встану. Я буду ходить. Если ты говоришь, тогда все будет по твоему слову. Этот больной, он коснулся руками об землю, и оттолкнувшись, он попытался встать. Он выпрямил колени, которые были согнуты. Я могу встать. Я могу встать. Мне кажется, что это снится. Я надеюсь, что это не так. Я встал. Я смог встать. Большая радость наполняет его сердце. Он сказал, встань, возьми постель твою и ходи. Он сказал, встань, возьми постель твою и ходи. Теперь я должен взять постель. Он взял постель и начал ходить. Он начал просто ходить. По слову. Произошло удивительное деяние. И с того момента он шел, Люди спрашивают, Иисус сказал, чтобы я ходил. Я впервые хожу. Он сделал, чтобы я ходил. Теперь он стал здоровым. У него появилась работа. Он начал зарабатывать деньги. Самое главное, он встретил красивую девушку. И тан-та-дан, -тан, поженились. Это была прекрасная история. У них появились дети. Он заработал деньги. Купил квартиру 404. Купил машину. И начал вести новую жизнь. Когда Слово Господа укрепится в наших сердцах, вы будете людьми Бога ваше ухо ваши глаза ваш нос ваш рот ваши руки ваши ноги все будут идти по слову Бога к сожалению нас вели плотские желания ввели мирские интересы в сторону тьмы в сторону распутия в этот раз телеканал Хеджи Бразилия Главный редактор этого телевидения Говорят, что в телевидении есть очень много новостей и сами новости очень негативные, очень темные. Он пытался для жителей Бразилии найти хорошие новости. Новости, от которых граждане будут чувствовать свет. Среди многих новостей он искал именно такие добрые новости и передавал эти новости, чтобы в сердцах граждан была радость, покой и счастье. В мае этого года, когда мы транслировали наши проповеди, мы соединились с телевидением Бразиль. Они были удивлены, увидев нашу программу. Потому что зрители реагировали. И они сделали предложение мне. Они попросили, чтобы я дал им интервью. Я дал им интервью. Это телеведущая, она сказала, что я красивый. Я сказал ей в ответ. В этом году мне исполняется 77 лет. И впервые в моей жизни я слышу, что я красивый. Большое вам спасибо. С этого дня я буду считать, что я красивый. Идущая спросила у меня: Пастор, вы ведь не злитесь? Я сказал ей: О, я часто злюсь, но перед камерой никогда не злюсь. Мы посмеялись. Потом было второе интервью. И это интервью мы проводили с некоторыми теле и радиокомпаниями Бразилии. Телеканал Хеджи Бразил отправила материалы обо мне в 100 телерадиокомпаний. <связать> а каждый раз, когда я дал интервью, столько было комментариев, что чуть система не зависла. Все думали, что я обычный человек. Из-за коронавируса сейчас многие люди умирают в Бразилии, поэтому люди находятся в страхе. Я же передаю Евангелие. Я рассказывал о прощении грехов. Эти слова очень сильно впечатлили всех слушателей. После третьего интервью Главный редактор телеканала Хеджи Бразил, он сказал мне, «Пастор, я бы хотел снять документальный фильм о вас, как вы об этом думаете?» Я сказал, я не знаю, как снимается документальный фильм. Но я буду только благодарен, если вы снимете документальный фильм обо мне. Обо мне хотят снять документальный фильм. За это нужно платить тысячи долларов, может, десятки тысяч, может, даже миллион долларов. Я только буду благодарен вам за это. Он и его супруга и его дочь, они вместе приехали в Корею. Он взял и командировку, и отпуск, и так приехал на месяц в Корею. Сначала мы хотели использовать новую технику которую мы приобрели в этот раз в этот раз мы решили пригласить специалистов этой сферы чтобы они сняли этот документальный фильм действительно у них самая лучшая техника и опыт, с которым мы не можем сравниться. Все, что у них было, начиная от стенда, от камеры, все было лучше, чем у нас. И мы снимаем фильм, как будто мы снимаем художественный фильм. И во дворце Кенгбук. Вчера мы встречались в музее войны. Месяц будут монтировать видео. И после будут транслировать. И в нашей церкви сказали давайте и мы будем одновременно снимать. Мы же чуть-чуть поподробнее будем снимать все. Мы видели, как Бог помогает нам во всем. Каждый раз, когда мы получали интервью от каждого человека. Вчера брат Сон, который служил со мной в армии, давал интервью. Он сказал, что он покупал мне булочки, поэтому я должен оплатить ему. Мы вместе обедали. Я был ему очень благодарен. Мы с другом давно не общались, поэтому мы хорошо пообщались. Многие в церкви помогли нам. Столовые приготовили настолько хорошую еду. Во дворце было холодно в первый день. Вчера я тепло оделся и пошел на съемки. Я размышляю. Если я, я бы сделал бы ошибку, может быть, я бы сейчас находился бы в тюрьме. Я жил, ни о чем не думая. Но в 1962 году я поверил в Иисуса. Когда Иисус стал моим хозяином, я живу, получая удивительное благословение от Бога. Были трудности. Были те, которые говорили обо мне худое. Но ничто не стало проблемой. Потому что Иисус больше всего. Дорогие слушатели, как человек, который болел 38 лет, оставьте ваши мысли Верой принимайте слова Иисуса. С того момента Иисус будет действовать в вас. Вы сможете ходить, сможете бегать, сможете быть счастливыми, сможете измениться. Поэтому я сейчас люблю Иисуса. Я служу Ему. Я живу ради Него. Я благодарю, что Господь ведет меня. Всю славу возношу перед Богом.